Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Антона. У нас сегодня роллинг под коллекционера, все как обычно. Поехали, смотрим. Вывод коллекционер, в принципе, относительно неплохой, скажем так. Находится он в монархии. 32-75, кидайте заявочки, вступайте, первые, третье места, битва гильдии, атака фортов. Хорошая взрослая гильдия, босс 4, 21.00, WhatsApp на экране. Так, поехали, смотрим. Немножко донатный аккаунт, смотрим, что у него по героям. С недостающих. Такс. Роза, Некрос, Вольт. Трифит, Командора, Рогатка. Вот так вот, три героя. Ну и, конечно, он говорит, написал слизни, если соберем, будет вообще супер. Окей. Поехали, посмотрим, что у него там за герои. Интересно самим посмотреть. Отлично. Ну, с Бастом такое себе решение для ледяхи, не знаю. Так, отлично. Ну, неплохие герои. Талантики, видно, старенькие еще некоторые. Паст. Тыковка без исцеления. Странно. Сейчас глянем, что у него по подземках. Анубис топчик. Стрелок неплохо. Ну, отличный ак. На такой донат, я вам скажу, 311к силы. Более чем отлично. Так, а что подземки скажут? Кошмарки. Седьмой еще не зафармил, на какой он остановился. Странно. Таковка, наверное, не дает развона, что ли. Я вот не могу понять, в чем у него тут проблема. С его-то героями. По идее, он должен их всех шатать. Странно. 51%. Вот так вот. Может, он их не проходил просто, я не знаю. В общем, вот такие вот дела, ребят. Прошли еще попутно подземку. Так, окей. Ну что, поехали по ролям. Попробуем выбить ему слизней. Хотя это рандомчик. Так, 2-3 слизня. Нифига себе. А где герои? Вот видите, как только донатный какой-то аккаунт. 4. Командора, отличненько. Ну что, поздравляю. По-моему, она у тебя была недостающая. Если я не ошибаюсь. Да, супер. Супер-пупер. Еще один. В принципе, неплохой герой. Так, а что у него по талантам на нее? У него ничего нету. Так, хорошо, поехали дальше. Рыцарь. Тыква. Рибит. Так, ну. Рандомчик. Ведьма. Хранитель. Не знаю, друид, или мне кажется, или все-таки действительно сегодня получше шансы выбить какую-то интересную легу. ПБшка, Сноу, Дракула, что-то Дракула падает в последнее время. Эктоплазм, так, смотрим, что у нас по слизням, хоть половина есть. 9.15. Ну, шансы собрать есть. Не хватает войск для атаки. Поехали, кого-то поатакуем. В общем, такие вот дела, ребят. С нынешними героями можно без тыквы все проходить. Просто удачно, правильно кидайте магию. И будет вам счастье. Съем за него желейку. Ты что-то проголодался. Эти роллинги изматывают. Ставьте лайк, если любите желейки. Так, сразу плюс 2. Дракос.
Блять, доживать не могу. А герои все падают. А где слизни, блять? Где слизни? Это просто ужасно. Сидим за эту черепашку. Может, там больше повезет с черепашкой. Да, жизнь боль. Смотрите, как чудесно набирает Лазуря. 55%, половину базы просто тупо ушатывает. Что еще надо, вот скажите? Надо желейка. Медуза, рыцарь. Блять, где слизни? Что это за подстава? Было 20к, и мы нифига толком слизни не выбили. Вот один, два. Ну давай, рандомчик, не подведи. Ворожей. Рино. Блядь, сука. Вот западло. Ха, есть. Вот это, ребят, вот это называется мега удача, когда ты на последнем не выбиваешь последнего, блядь. Ну это вообще просто аут. Минус один. Так, сейчас попробуем к нему зайти. В общем, вот так вот. Я не знаю, что сказать. Как видите, все очень-очень рандомно. Этот рандом иногда порой убивает. Так, что тут у нас? Собрать. Попробуем сейчас добить. Ну что, ребят, продолжаем трешечок. Забрала ему недостающего героя. Это у него рогатка дополнительно. Сразу же со скином. Поехали, попробуем добить этого слизня. Упадет, не упадет. Это уже как повезет. Опять ворожей. Это жесть просто, ребят. Такое чувство, что он нам сейчас не выпал все-таки. Хух. Сделали мы свое дело. Можно гулять смело. Так, окей. Смотрим, что у нас получилось. Трифида, конечно, мы не получили. Так, но зато у нас есть куча ништяков. Так, отлично. Еще и карта будет. Супер. Такс. Бум. Сердцеедка. Такое себе. Так, а вот по героям интересно. Командора раз. И рогаточка. Двас. Отлично. Ну, я считаю, это просто огонь. Но с вас, конечно же, лайки. Так, не забывайте за конкурсы. Рогатка есть, командора есть, трифида, к сожалению, нет. Ну, все остальное у него остались донатные герои. Так, мы ему забрали набор вот такой вот. 12 коробочек есть. Поехали, их пооткрываем. Сидим за него. Сейчас кого? Кто это? Морской. Морской конь. Ёпта. Так. Буду вам чавкать. Но желейки того стоят. Что у него тут по талантикам? Было бы неплохо исцеление вытащить, конечно, для тыковки. Окей, поехали. Так, это, наверное, мы к кому-то допу сейчас придвинем. У кого пятерки нет. У него тут, мне кажется, все с пятерками уже. Неледяха с третьей ремкой, Фрэнки. Пока временно Фрэнки поставим. Так, а ну с чем у нас командора рогатка? Блин, ну дайте что-то интересное.
Такую-то дичь одну посмотрите, ну посмотрите на это, просто какая-то хрень падает. Вообще жесть. Нифига толкового. Короче, как обычно, в пустую коробки сливаем. Зачем выражаю все? То ли я чего-то не понимаю. Да. Коробики, конечно, меня разочаровали, скажем так. О, хотя бы огненка упала. Хоть что-то интересное. Так, огненка, 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 ПБшка. Так, ну, наверное, огненку рогатки поставим. Сейчас я так бегло пройдусь. Анубис. Блин, поставлю ворожаю. Хотя тут стойкость, в принципе, тоже нормально. Рогатка у него вообще без ничего. А, у него есть биг. Вот, отлично. Отличненько. Так, блин. Тяжелейки — это хорошо. Стойкость, стойкость. Стойкость. Сосурику поставим, разброс ему не нужен. И берс. Ну, такое себе. В общем, не знаю, коробки что-то меня разочаровали, честно говоря. Просто разочаровали. Так. Ну, у него тут куча разной дичи, которую можно прокачать. Ну, он сам уже определится с 9-м талантом, кому качать. Можно и Фрейю качнуть, можно и кого-то другого. В общем, сам определиться. Вот такой вот, ребятушки, роллинг. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.